В Муравленко открылась горячая линия по отоплению, специально для тех, у кого в квартирах еще холодно. Долгожданное тепло начало поступать в дома 2 недели назад. После подачи теплоносителя специалисты выполняют развоздушивание системы отопления в домах. Но есть еще здания, куда тепло не поступило. Для тех, у кого батареи холодные, работает горячая линия. На сегодняшний момент, конечно, была проблема, она немножко еще остается, не вся снята, развоздушивание систем теплоснабжения. Для того, чтобы оперативно решать эти вопросы, граждане могут обращаться на организованную горячую линию. Прежде всего, это ЕДДС, телефоны единой диспетчерской службы 112-43-219 и в диспетчерскую управляющих компаний 24-055. На сегодняшний день от населения принято 80 заявок об отсутствии отопления, а в начале сезона их было более 600.